Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать песню «Ах, какая женщина». Это гимн неженатых и холостяков. Поэтому мне ее уже петь нельзя. Я женатый человек, семейный, слава богу. Вот. Дочка у нас растет, замечательная, славная. Ну, в общем, показываю вам эту песню в ля миноре, чтобы и гармонисты тоже могли ее играть. А так она звучит в соль миноре. Вот. Значит, также буду показывать вам. Значит, как звучит, прослушаем фрагментик и буду говорить ноты. Ну вот этот вот проигрыш, наверное, не будем играть, а вот с этого вот начнем. Ага. Вот, теперь показываю. Значит, ми, ре, до, си, ля, фа, ми, до, ре, ми, соль, фа, си, ре, до, си, ля, соль, си, ре, ре. Си, до, ре, фа, ми, до, ми, ре, до, си, ля, фа, ми, до, ре, ми, соль, фа, си, ре, до, си, ля, соль, си, ре, си, до, ре, фа, ми. И дальше интересный аккорд, состоящий из звуков. Си, фа, дис, ми, до. Вот так. А в левой клавиатуре при этом вот такой аккомпанемент. Значит, на ми, ре, до, си, ля, фа, ми. До, ре, ми, соль, фа. Играем ля минор. А дальше на си, вот после фа идет нота си, да? Там идет ми септаккорд. Дальше, ага, вот идет аккорд ре минор с басом си, си, фа, ре, ля, вот так вот. Это на ноты си, ре, до, си, ля, соль, си. И дальше ре идет аккорд, ми, септаккорд. Потом си, до, ре, фа, ми, до, на до, снова ля минор. Потом снова повторяется этот проигрыш. Ми, ре, до, си, ля, фа, ми, до, ре, ми, соль, фа, снова ля минор. На си снова ми септаккорд. Дальше. Ре, до, си, ля, соль, си, ре. Тоже идет вот этот. А нет, тут аккорд ре минор. А басы си, фа, ре, ля. Вот так вот. Вот
потом ми, септон. Потом аккорд ля минор, а в правой клавиатуре, еще раз повторяю, аккорд, состоящий из звуков си, фа, дис, ми, до. На гармошке как это играется? Значит, си, ми, до берется на нормальной клавиатуре, а фа, дис берется выше, там, который наверху есть три кнопки. Вот среди них найдете у каждого по-разному. Вот, поэтому не забудьте применять первый палец, который обычно прячем за гриф. Вот. Переходим к разбору мелодии. В шумном зале ресторана средь веселья и обмана пристань загулявшего поэта. Значит, играем. Ми фа ми ми ля си до ми. Ми фа ми ми ля си до ми. Ми 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 ре ре до ре си. Тут такой аккомпанемент интересный. Вот. Я вам сначала сыграю, а потом попробую сказать. Нет. Это значит, аккорды чередуются, то есть бас идет ля, ля, ми, ля, ля, ми, а аккорды ля минор, фа мажор, ля минор, фа мажор. Вот так вот получается. Ля, ля, ми, фа. Ну, кто ведь как может? Можете так играть вот этот рисунок, а можете упростить его просто. Вот, кто как хочет, значит, и получается. Значит, тут где вот ми-ми-ми-ми-фа-ми-ре-до на ре-си переходим на ми-септаккорд. Там вот такие вот аккорды чередуются. Ми, ре, ми, ре, ми. Это бас ми, ми, си, ми, ми, си. Вот. Дальше. Возле столика напротив ты сидишь оборота, вся в луче ночного света. Ре, ми, ре, ре, соль, дес, ля, си, ре. Ре, ми, ре, ре, соль, ля, си, ре. Ре, 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 соль, фа, фа, ми. Значит, а тут в левой клавиатуре такие аккорды. Начинается с ми септаккорда. Ну, кто может, может играть этот рисунок. Кто не может, можете просто держать этот ми септаккорд. Дальше фа, ми, ля минор. Вот так вот сочинил Вадим. Молодец. Интересную гармонию сочинил. Ну, гармонистам проще будет. Там все рядом. А вот баянистам тут немножко нужно, конечно, подумать. Как лучше сыграть. Вот. Дальше, значит, следующий фрагмент. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Mm-hmm.
Значит, ми фа ми ми ля си до, ми фа ми ми ля си до, ми 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 су 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 су. Слышали, да? Ми 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 соль 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 ля си фа. Значит, дальше. Фа 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 ми ре, ми ми ре ре ми до. Си 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 до. Дальше этот ля септаккорд. Ну, гармонистами так у них, как у них его нет у многих. Можно сказать, и не обязательно. Дальше снова повторяется. Фа 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 ми ре, ми ми ре ре ми до. Си 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 ля. Значит, вот с этого вот момента. Значит, со второй половины куплета получается, да? Играем гармонию. Идет ля минор. Дальше на баяне и на остальных инструментах идет ля септаккорд. Потом, где соль, фа, идет ре минор. Дальше снова идет этот ре минор. Ну, там уже бас обыгрывается. Си, си, ре, фа, ля. Дальше снова ля минор. Снова ре минор. Потом ля минор, потом ля септаккорд. А на гармошке вот этот момент можно сыграть таким образом. Ля минор. Вот такой ход. Ля, си, до, ми. Дальше ре минор. Потом снова си, ре, фа. Благо, что на гармошке можно так сделать. Ход басовый. Потом ля минор. Потом ре минор. Потом снова, вот где ля септаккорд идет, там на гармошке можно сделать такой вот. Раз, ля, си, до, ре. Там такая женщина, такая женщина. Мне б такую. Вот. Ну, насчет украшения мелодий я вам скажу. Тут, значит, в начале вступления, вступление сыграли аккордами. Здесь главное так интересно, вот перед первым куплетом вот такой аккорд, а вот дальше там тоже вступление идет, но почему-то аккорд другой идет. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую... Это мой пример сейчас приехал. Мне в такую.
хочу я под собой. А, вот, между вторым и первым куплетом, значит, там даже не проигрыш идет, а... Интересный такой аккорд из созвучия. Ну, как бы идет гармония ля минор. А аккорд в правой клавиатуре идет такой. Ля, до, ми. А, да. Ля, до, ми, бемоль, фа. А, нет, подождите, не фа. Ля, до, ми, соль, си. Ну, ми бемоль главное. Я не знаю, может быть, тут изобразили как бы сигнал машины. Потому что даже с ля минорным аккордом это немножко не сочетается. Вот, потому что есть вот такой вот звук попадает. И потом начинается второй комплект. А теперь я вам попробую эту песню сыграть целиком. То есть с самого начала и до конца.